Алина. Меня зовут Никита. Катя. Георгий. Андрей. Мне 13. 8. 9. 7. 9. Полицейским. Я хочу стать журналистом. Я хочу стать и полицейским, и журналистом, и, не знаю, и военным. Стилистом. Министром здравоохранения. Добиться успеха. Я бы хотела, чтобы мир во всем мире был. Мечтаю о том, чтобы я увидел своих близких, родных, которые были в бою. Добывать на большой сцене. Я мечтаю, что меня много людей знало, чтобы моя семья гордилась мной. Мама и папа. Свою семью. Свою прабабушку. Маму и бабушку. И дедушку. Всех родных. Свою семью. В первую очередь. Я бы защищала их. Ну и без таких вопросов. Мне будет очень плохо в душе. Я плохо перенесу это. Я бы просто всегда их вспоминала и никогда бы не забывала о них. Я бы плакал от горя. Подарил им всю свою любовь, все отдал, все бы отдал, все, что у меня есть, чтобы они помнили меня. Пока, я вас очень сильно люблю. Я буду вас всегда любить. Что я буду их долго ждать. Удачи, счастья, чтобы было все хорошо. Чтоб она вспоминала об нас. Да. Да. Хочу. Да. Да. Милая Тонечка, я не знаю, прочитаешь ли ты когда-нибудь эти строки, но я твердо знаю, что это последнее мое письмо. Сейчас идет бой жаркий, смертельный. Наш танк подбит. Кругом нас фашисты. Весь день отбиваем атаку. Сегодня 6-й день войны. Мы остались вдвоем. Павел Абрамов и я. Ты его знаешь, я тебе писал о нем. Мы не думаем о спасении своей жизни. Мы воины и не боимся умереть за Родину. Мы думаем, как бы подороже немцы заплатили за нас, за нашу жизнь. Я сижу в изрешеченном и изуродованном танке. Жара невыносимая, хочется пить. Воды нет, ни капельки. Твой портрет лежит у меня на коленях. Я смотрю на него, на твои голубые глаза. И мне становится легче. Ты со мной. 22 июня, когда объявили войну, я подумал о тебе. Думал, когда теперь вернусь. Когда увижу тебя. А может, никогда. Ведь война. Когда наш танк впервые встретился с врагом, я бил по нему из орудия, косил пулеметным огнем, чтобы больше уничтожить фашистов и приблизить конец войны, чтобы поскорее увидеть тебя, мою дорогую. Но мои мечты не сбылись. Танк содрогается от вражеских ударов, но мы пока живы. Снарядов нет, патроны на исходе. Павел бьет по оврагу прицельным огнем, а я отдыхаю. С тобой разговариваю. Знаю, что это последний раз. Сквозь пробоины танка я вижу улицу, зеленые деревья, цветы в саду, яркие-яркие. У вас, оставшихся в живых, жизнь после войны будет такая же яркая, красочная, как эти цветы, и счастливая. За нее умереть и не страшно. Ты не плачь, на могилу мою ты, наверное, не придешь. Да и будет ли она могила-то? Спасибо этим людям. Спасибо, очень большое спасибо. Я бы хотела им сказать спасибо большое за то, что они нас защитили. Защитили наших пап, мам, близких, родных. Я бы их поблагодарила
за то, что они защищали нашу землю. Я их благодарю за то, что мы же живем сейчас в мирное время и в мирной стране, что благодаря им мы сейчас сможем сажать цветы, деревья. Благодаря них мы знаем, что они для нас трудились. Я хочу стать как вы.